трактора, транспорт не ходит. И считаю, что осталась планировка, которая у тебя в смете. Земля есть. И есть ли у нас посадка травы? Нет, травы нет. Травы нет. Значит, надо предусмотреть, Татьяна Валентиновна, в компанию, которая придет весной к нам на благоустройство, на озеленение, чтобы первым делом вложить объемы по озеленению парка. Потому что по-другому быть не может. Но за вами хотя бы вот в таком виде, но более ровно, с темной землей и с вертикальной, от бордюра, от брусчатки. Там на уровне деревьев, пускай это будет скос. То есть где вот здесь вот у нас кончается прямая линии до деревьев, там можно сделать скос. Вот, вот в таком плане. Мероприятие, значит, которое мы намечали на следующую, на этот четверг, давайте мы приступим к проверке выполненных работ. На ту неделю, мы целиком обещали сделать круг, мы его сделали. Приступили к бетонированию круга. И мне уже интересно, под наш корабль, под нашу ладью, мы площадку делаем сейчас или потом? Мы не делаем. То есть у нас смети нет? Нет. И коняшка там? Ну, коняшка у нас не предусмотрена в этом году. Значит, да, значит, давайте мы тогда, пока мы на этом этапе ничего не смотрим. Но в перспективе мы будем знать, что у нас там... Ну, пойдем туда. Делали планы, установка дорожки. Дорожка тоже сделана. Сделана. Там она прерывается у нас с чем? Наглухо. Наглухо. Это то есть согласно проекту. Да. Согласно проекту. То есть все согласно проекту сделано. Остается здесь благоустройство. И мы выходим уже на большую площадку. Сейчас мы туда подойдем. На прошлом совещании, опять же, мы как раз говорили, что брусчатка подходит у нас к этому моменту. И мы делаем площадку и за бордюр, ложим бордюрный камень. Да. Я считаю, что то, что мы нацеливали на эту неделю, работы все выполнены. И еще очень приятно, конечно, что мы идем пока по графику, даже, может быть, день-два у нас есть в запасе. Это будет очень хорошо. Будем, наверное, на следующее оперативное совещание приглашать уже с правительства Московской области, с Министерства культуры. Наших кураторов пока не наших кураторов, да. Пока что для того, чтобы оценить и чтобы они нацелили момент, когда руководители области какого-то уровня приедут к нам на нашу работу, по выполнению нашей работы. Хочу сказать, что у нас по первому этапу у меня уже опасений нет. Давайте мы приступим ко второму этапу. Давайте мы послушаем, что мы планируем к следующему четвергу сделать по вашему направлению. К следующему четвергу будет полная разметка детских площадок. Залито основание под них. Там где-то во вторник, в четверг будет плюс 9. Да, плюс 9. Пока погода нам дает. Вот. Соответственно. И будет... сделана разбивка под туалет. Под туалетные комнаты, под да, стационарные. Да, сколько у нас туалетов здесь? А у нас один, он стационарный вот здесь. А? Тройной, один стационарный. Это тоже согласно проекту, согласно экспертизе, да? И я думаю, что в этапе, который будет предусматривать строительство административного здания,
Мы там, конечно, тоже заложим, кроме туалетных комнат для обслуживающего персонала, мы еще, наверное, там все-таки спланируем на входе то же самое. Татьяна Валентиновна, надо тоже записать. Проект. Проект. А, если тебе, тем более, это я просто. Это тогда очень здорово, что в проекте есть, да. Да, он не на входе, но он да. есть. Да, это тогда очень даже хорошо. Значит, тогда возвращаемся к вашему моменту. Значит, мы будем иметь к следующему за бетонированные площадки под детские малые формы, под детский городок. Под детский городок. Освещение, наверное, да? Нет, освещение. Нет, у нас будет подготовительная работа выполнены, траншеи. Подготовительная да. работа траншеи. А что нам мешает поставить столбы? Столбы только будут через 2 недели. Через 2 недели. А что, сложности какие-то в изготовлении? Производстве, да. А? В производстве столбов. Они что имеют? Приветствую вас. Они что имеют какую-то эксклюзивную? Осторожно. Нет, сейчас просто под заказ все делается. Под то заказ. Есть вот так в магазине таких готовых. А может быть Мосэнерго, может быть кто-то обратится, нет? Они, у нас 2 недели. Бетон там нормально. Верно, да? Значит, еще раз мы к следующему четвергу, то есть по первому этапу мы что, мы брусчатку доделываем на здесь, нет? Половина брусчатки. Значит, по первому этапу мы заканчиваем половину площадки под брусчатку. По второму этапу делаем основание под детские площадки, под детские городки. Делаем подводящие работы, или как они, под кабель, под монтаж да. столбов. И еще столбов что? Пока все у нас. Пока все, да? Значит, тоже вас попрошу уже к компании, которая ведет первый этап. У меня вопросов нет. Уже и не актуально исполнение там плана работы, тут уже все ясно. А у вас я попрошу подготовить план, график выполнения работ. Конечно, он должен совпадать с планом программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Конечный и финишный результат. Он у меня в принципе накинут, но то есть сделаем дополнение. Вас... Так, ну Татьяна Валентиновна проработает. Я тогда понял, выполнение этой программы будем тогда контролировать и смотреть качество и так далее. Хорошо. Собственно, у меня вопросов на сегодня. Здесь выравниваем, делаем. На сегодняшний день, я считаю, я обращаюсь к вам, чтобы после окончания работ в ноябре месяце у нас вот этих вот куч, поддонов, вы предусмотрите и договоритесь, пока вот подрядчики все вместе. У нас не будет ничего. А? У нас ничего не будет. Это очень хорошо. Значит, мы знаем, что кроме выполненных работ никаких бугров, абсолютно, канав, песка, ям не должно быть. Должна быть четкая, ровная территория паркового хозяйства. Договорились, да? Хотя бы кинуть, но даже не знаю.